Приветствую вас, дорогие друзья! Вот такой чудесный сегодня узор. Я считаю, он очень актуальный, летний. Я его вязала из хлопковой нитки. Он очень красивый и с одной стороны, и с другой стороны. Одним словом, по-моему, он как раз к летнему сезону. Очень красиво смотрится, очень просто вяжется. Для того, чтобы его связать, нужно набрать любое количество петель плюс 2 кромочные. И фактически раппорт составляет 4 ряда вверх в обязательном порядке, чтобы получилась такая красота. В любом случае, когда вы начинаете вязать, провяжите пару-тройку рядов, или как я, вот так резинкой один через один, или в любом случае, ну хотя бы просто лицевыми, изнаночными, как вам хочется, для того, чтобы вам удобнее было вывязывать первый ряд. Сейчас вам покажу, и вы поймете, в чем дело. Итак, кромочная, всегда кромочная. Я ее снимаю. У нас одна петля, мы ее как бы хотим провязать, как полагается, за переднюю стенку лицевой, но мы еще на ряд ниже провязываем лицевой. Изнаночная. Еще раз. Лицевая. Лицевая из ряда ниже. Изнаночная. И так идем до конца ряда. Очень легкий узор. На самом деле узор для медитации, как я говорю. Рекомендую вам подписаться на мой канал и посмотреть видео, и послушать их, потому что там очень много со звуками природы, приятных видео, болталок. Вот этот мой канал Анна Флорида Лайф. Я его специально создавала, в том числе для нас, вязалочек, чтобы мы могли разгрузить свое сознание, отдохнуть и повязать. И этот узор очень туда подходит. Так, последняя петля кромочная. Вот он, первый ряд. Второй ряд совсем простой. Как всегда, первая петелька кромочная. Сняли. Дальше, вы видите, две петельки вместе вывязаны из одной предварительной. Вот здесь одна из одной, а здесь две из одной, да? Вот мы их теперь связываем вместе, провязываем их вместе, спицу заводим слева, провязываем лицевой. У нас получается с наклоном вправо, как говорят, провязанные две петли лицевой. А следующую петлю... Вот она одна, и я ее вывязывала одну из одной. Я провязываю просто лицевой, но уже за заднюю стенку. То есть, если здесь две, видите, из одной петельки, я провязываю за переднюю стенку обе вместе, то это за заднюю. И вот таким образом мы идем до конца ряда. Ошибиться невозможно. Видите, здесь сразу видно. Здесь две, а здесь одна. Раз, две. Вместе. Раз, одна. Одна. Последняя, самая петелька у нас кромочная. Я ее провязываю изнаночной. И третий ряд, он напоминает первый, но немножечко иначе. Опять вы смотрите на то, что вы перед собой видите. Кромочная. Снимаем. Так всегда. Дальше вы видите, что предыдущая вязалась петелька вот этого предыдущего ряда из двух петелек. Значит, мы ее просто провязываем изнаночной. А здесь вы видите, вот это из одной вывязывалось, это из одной. Значит, из нее мы опять вывязываем две петли и опять вывязываем лицевыми. То есть лицевая из верхней петли, лицевая из петли на ряд ниже. Сняли. Опять следующая изнаночная. Вот такая петелька очень чистая, без каких связываний двух петель. Вместе опять вяжем сверху, снизу, изнаночная. Вот и весь раппорт. Сверху, снизу, изнаночная. Последний, четвертый, завершающий ряд, чтобы получилась такая красота, он вяжется тоже очень просто. Кромочная, как всегда. Лицевая. Видим, что из одной петли я ее вывязывала? Видим. Значит, я просто провязываю лицевую за заднюю стенку. Видите, две петельки из одной, а не рядышком. Я их провязываю за переднюю стенку.
тоже лицевой. Еще раз. Одна из одной, лицевой за заднюю. Две из одной, за передние стенки, вместе лицевой. И так до конца ряда. Вот и вся наука. И получается вот такая красота. Очень статичный узор. Он не растягивается так, чтобы потом его нельзя было назад собрать. То есть очень он хорошо в носке. Мне очень нравится хлопковый вариант нитки. Может быть, что-то и с акрилом быть, но нитка не должна быть очень толстая. В любом случае, какую бы вы нитку ни брали, берите, и на каждом клубке всегда указано, какую спицу лучше использовать. Берите всегда спицы потолще, тогда у вас получится вот такая вот красота. Смотрите, как здорово. Ну, просто замечательно. Видите, он такой не складывающийся, раскладывающийся в плохом смысле слова. Видите, он потянулся, и все осталось на месте. Так, сейчас я приближу камеру. Вот, смотрите, ближе. Вот такая красота. Что одна сторона красота, что другая. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Вот такая вот красота получилась. Все очень-очень просто. Рекомендую вам попробовать. По-моему, великолепно. И на пляжные туники, и можно вязать платье. Только что-то нужно, какой-то подъюбник вниз делать. Для кофточек летних, для свитерочков, по-моему, великолепно. Ну вот и все. И спасибо за внимание. Пока-пока.